Erto bashaim da pimit taktat pe ada ata mudirushalmi daf ein 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 alef listim is первый предпоследний лист без радашем о том что и температура не шмат конот видно холама и дорошим рухамим бурухай бен зерпо сахат мисур бетом и салу шалом барц буалам без радашем шаббат сеуда шлишит у нас будет сиюм масехет этот день когда без радашем мы закончим 73 лист трактата пе а без радашем то мишна говорит шестая алаха говорит мишна так восьмая глава шестая алаха говорит так אין פוחתין לעני העובר ממקום למקום, מכיכר בפודיו, מארבע שאין בסלע. בדניה כתורי חוי יסגור דו גורד, כמו סגל נפרידושים נה, נפרידושים ליסטה, כדאום פרשול גורד, ימו מדיום סקולקה, סטולקה חלבה סקולקה סטוית פודיו, פתוב רמי כגדה שיטירי שאה מוקי סטוית עד נסלע, כמו סגל פצ'רה, קרות שגבריה, סורנה זדס וחוית, половина кава пшеницы мы должны этому бедняку, он из этого города или из другого города, мы это минимум, сколько мы должны ему дать, две трапезы. Дальше говорит, ла нотнилу парнасад лина, если он остался в городе на ночлег, мы платим за его ночлег. Шаббат нотнилу мазон шалош сеудот, но если он остается там на шаббат, тогда у нас мицва на шаббат кушает три трапезы, поэтому мы даем ему не две трапезы на день, а три на шаббат. Он сам кушает. Дальше. Миша еще мазон штесу удод, ло и толь мина там хуй. Человек, у которого есть две трапезы на сегодняшний день, не имеет права брать еду из там хуй. Что это был там хуй? Это, видимо, была, я не знаю, сегодня можно подумать, что это какая-то была машина, которая тогда телега, видимо, или миска какая-то, которая проходили, с которой проходили по городу, и каждый давал туда немного еды. Потом эту еду раздавали беднякам. Вот с этого там хуя, вот с этой миски, скажем, с кастрюлей, можно брать еду только тем, у кого нету еды на две трапезы на этот день. Если есть, на этот день имеет право брать. Дальше говорит Мишна. Мазон арба эсрес удот ло итоль мина купа. Если же у него есть достаточно денег или еды на неделю, 14, говорит Мишна, 14 трапез, то есть это будет одна неделя, не имеет права брать с купа цдака. Это купа цдака, в пятницу раздавались деньги беднякам. Но, так как у него есть, не имеет права. Купа не говорит. Бишна им умитхалекит бишлуша. Говорит Мишна, что когда эти деньги собирают, должны минимум ходить два человека собирать. Как у нас приходят тоже собирать, они приходят по паре, но они собирают, видимо, каждый для себя. Когда собирается для купы, или может быть они тоже собирают для организации, как должны собирать вещи? Два человека. Но когда... Почему одному нельзя? Потому что у одного есть яцерара. Скажем, у него в левом кармане свои деньги, в правом кармане деньги цдаки. Иногда может поменяться, все будет идти в его собственный карман. Поэтому нужно два человека, когда собирают. Но когда раздают, нужно три человека. Почему? Потому что это как законы мамонот, законы, связанные с деньгами. Когда бедин решает законы с деньгами, нужно три судьи. Это наша мечта. Дальше. Теперь, интересный вопрос, который говорит комментатор Гмары. Если у него есть еда на неделю, в шаббат мы кушаем три еды рахамим, тогда должно быть 15 трапез. Почему 14? Одно из объяснений. Если у тебя не хватает, третья трапеза на шаббат будет у тебя первая трапеза на следующий день. Поэтому это будет одна у тебя трапеза. Это одно из объяснений. Теперь Гмара объясняет нам так. Там хуй бехольон, купами эрев шаббата, эрев шаббата. Как мы сказали, там хуй раздавали каждый день. Еду, которую собирали с народа, раздавали каждый день. То, что собирали купа цдака, раздавали один раз в пятницу на неделю. Там хуй лехоладам. Из этой пищи, которую давали... Готовая еда, которую собирали, давали всем, и приезжим, и своим. Купа эйно эля лянше отага ир бильват. Из купы, из городской кассы давали деньги только для своих жителей. То есть человек, который заезжий там, давали ему покушать на этот день, который он оставался там. Даже гадмара рафуна рбихуна амар там хуй бишлуша шум алатар. Теперь, мы сказали, что когда собирать, сколько человек нужно собирать? Два. Но когда собирает еду, нужно, чтобы собирали три человека. Почему? Потому что ее сейчас собрали, тут же ее раздадут. А мы сказали, когда раздаем, три человека. Собираем два, раздаем три. Здесь так как собираем и сейчас будем раздавать, нужно сразу три. Раби Хальбо, Бешем Раби Бабар Цвит. אין מעמידין, אין ברנס בנסין, פחות מגימל. אנך, עמידין ממונה, בגימל דיני נפשות, לא כל שכן. ספירון גברית זה סתם. שטו? רב חלבו גברית, שטו? כגדה מנזנצ'יים גבאים לצדקה, מינימום דז'נו ביט טרי צ'לווק. פצ'מו כגמי סקזלי, תושטו סוויאזנה. כגדה סודיה, סודיה טרי צ'לווקה.
То здесь вопрос о жизни и смерти. То есть если сейчас они должны решить, сколько ему дать кушать. Если им дадут мало, так как он бедняк, возможно, он умрет от голода. Это как бы вопросы жизни и смерти, должны три человека раздавать то, что раздают. Всегда должно быть три габая цедаки. Но, говорит Гмара дальше, в Иерусалиме шлоша, тогда пусть будет 23 человека. Почему? Потому что когда решался закон жизни и смерти, наказать кого-то смертью, там было 23 судьи, 3 судьи было недостаточно. Вот так как это раздача беднякам закон жизни и смерти, то пусть 23, говорит Гмара, пока мы их соберем, он же там испустит пар. Пока 23 человека соберем, поэтому он говорит, а дегу мацит лигун гу мускан. У него будет опасность для жизни, поэтому 3 человека достаточно. Дальше говорит Гмара. Раби Йоси бешем Раби Йоханан, эн маамидин шне ахим парнасим. Раби Йоси говорит со слова Раби Йоханана, величайший Раби Йоханан, который говорит, что два габая цдаки не могут быть братьями. Должны быть отдельные люди, как мы сказали, должно быть там все объективно. Два. Дальше говорит Гмара. Раби Йоси, абад хан мин трен ахин. Алла амар кумехун, ло шеним цали ишплуни двар авера, эла шеен маамидин шне ахин парнасин. Раби Йоси, было два габая цедаки, два брата были габая цедаки, он одного из них убрал с его должности и сказал, и объявил, что я не убрал его, потому что у него есть какой-то минус или какой-то грех или что-то нехорошее. Я убрал, потому что на этой должности не могут быть два брата. Дальше говорит Мара, Раби Йоси, Алле Капра, Раби Йоси пришел в город Капра, Баекума, Мукма, Лом Парнасин, Де Ло Киблу Алеон. Он хотел назначить там габаэ цдака, управляющих народом, лидеров народа. Никто не хотел эти должности занимать, никто не хотел этого делать. Алле Амар Кумехун, Бен Бави, Алавкия, Ума Имзе, Шенитмана Алавтила, Захали Иманод Имдоле Адор. А тем, что тем, нитманим альхайена в шот, локольшекен. Тогда что он им сказал? Он сказал Мари. Мы с вами проходили в трактате Шкалим. Там есть мишна, которая перечисляет все семьи, которые служили, работали в Бет-Амикдаше. И одна из семей была Бен-Бави. Все, что они делали всего лишь фитили для миноры. Тонкие и толстые, какие необходимо. Их перечислили со всеми другими выдающимися семьями, которые работали там. Говорят, тем более вы. Если возьмете эту миссию на себя, служить народу, быть габаэ цдака президентами, вице-президентами, я знаю, кем он хотел там назначить, то тем более, это закон жизни и смерти, помогать беднякам, тем более вы удостоитесь большой награды. Дальше говорит Мара. Раби Хагай, Кагава, Меким, Парнасин. Раби Хабай, Хагай назначал парнасин, этих габаим, как? Хава, Матин, Лон, Орайта. Когда он их назначал, давал им Тору. Одно из объяснений, давал им Тору держать, второе из объяснений, он проверял их. И говорил, Ломар, Шеколь, Сараша Нитна, Бетура Нитна. Любая должность, которая дается человеку, дается с небес. Как написан пасук, Мишле, Бим Рахимим Роху, мной, говорит Тора, или Всевышний, цари будут царствовать, Би Сарим Ешуру, Суру, мной министры будут командовать. То есть, отсюда мы видим, что все почет исходит от Всевышнего Ятора. Раби Хия Барба, Меким Архуни, Раби Лазар, Хава Парнас, Хазман Нитен Левете, Амар Ле, Май Абдитун. То Раби Хия, его назначили габаем цдаки. А наш Раби Лазар, тоже Раби Лазар, был габаем цдаки, пришел он к себе домой. Или Раби Лазар пришел к себе домой. Там он видел, что говорит, что здесь случилось. Он говорит, а здесь пришли бедняки, поели, попили, помолись и благословили вас. Он говорит, о, зачем мне это нехорошая награда для меня? Почему? Потому что сейчас за свои добрые дела я получил награду здесь, они благословили, помолились за меня. Потом, в следующий раз он пришел домой, спросил, ну что было? Он сказал, пришли другая группа бедняков, они поели, попили и прокляли тебя. Он говорит, о, теперь это хорошая награда, теперь свою награду я получу там. Как раньше люди думали, в отличие от сегодняшнего поколения. А сегодня попробуй не скажи спасибо, о чем за человек. Вот, человек говорит, теперь я получу свою настоящую награду. Раби Акива бен Матнинан Парнаса Амале нам легко бети. Раби Акива решили назначить его лидером народа, управляющим или габаем. Сказал он, давай я пойду спрошу свою жену. Дайте мне, я пойду свою жену спрошу. Хилхун батрещим ункаледимур, альминад меккел альминад безье. Он пришел к своей жене и говорит, знаешь, меня хотят назначить габаем. Ты согласна? Тут должна быть готова, что нас будут проклинать, нас будут унижать.
нас будут оскорблять. Потому что, к сожалению, люди обычно замечают то, что не получается. Когда хорошо и все как надо, никто этого не замечает почти. Кто замечает? Провалы и промахи. Как бы там ни было, он сказал, ты должна быть для этого готова. Дашир ви бабар звиди амар и плегин рби раве раби йоханан хадамар медактикин бексуд ве эн медактикин бехаен нефашот ве ханамар а бексуд эн медактикин митне брито шел Авраам Авину. Раба Барзвид говорит, что Рави и Раби Йоханан, они были не согласны, они спорили об одном. Один говорит, что когда бедняк просит одежду, мы должны проверить, действительно он заслужил, чтобы мы дали ему одежду или нет. Но то, что связано с получением еды в Тамхуе, с едой, это мы не проверяем. Другой говорит, нет, даже одежду мы не проверяем. Он говорит, дай мне одежду, мы должны ему дать. Почему? Из-за брит Авраама Вину, из-за союза Авраама Вину. Что за союз Авраама Вину? Одно из объяснений, что он наш земляк, он из нашего народа. Другое, что союз Авраама Вину, чтобы не остался оголенным. Если у него нет одежды, то этот брит будет открытый. Дальше. Мадида блиги аль-мадамар аббихсуд эн мадектекин. Говорит Гмара, что есть братья, которые не согласны, что нужно проверять человека, который попросил одежду, с тем, кто говорит, что не надо проверять, следующие братья не согласны. Что говорит братья? Патали лефи кивуду. Аббихсуд эн мадектекин. Что? Что там написано? Что? Теперь, там он говорит, когда нужно проверять человека, который мы посмотрим на следующем листе, без радости, что человек в соответствии с его состоянием нужно ему давать помочь. Человек, который был богатым, и он обеднел, ему не пойдет купить Запорожец, он ездил на Мерседес, и нужно ему купить Мерседес с общинных денег. Он говорит, здесь, когда человек просит для себя почетные одежды, здесь нужно проверить. Если действительно. Если нет, должны собрать. Сейчас мы закончим. Метание, кад бедмедор, без манше эн мекирино то. Когда мы его не знаем. А валют манше мекирино то, а в махсин ото ве аколи фик водо. Если же мы его знаем, тогда мы даем ему в соответствии с его почетом. Ватане лимзон отлушим йом лехасут шишия халдашим. То у нас есть другая брата, который говорит, для еды 30 дней, для одежды 6 месяцев. Что значит? Вроде бы нужно проверить его назад на 30 дней. И для одежды на полгода нужно проверить. Гмара говорит, нет. Что здесь имеется в виду? Здесь имеется в виду патар ла литен. Здесь говорится, что человек, который приехал в новый город, если он там находится уже 30 дней, он должен давать деньги для еды бедняков своего города, а если находится уже полгода, должен давать уже деньги на одежду. Это, которые говорят, что он приехал туда и не знает, он там останется. Здесь, которые говорят, что если он приехал и решил там жить, как только он туда приехал и решил там остаться, он уже должен со всеми вместе давать деньги на цдаку. И говорит Мара дальше так. Лефасин вельцдакот юд бетходеш, а кемдун литур. Но другая брайта говорит, что написано, что человек должен платить таксы, налоги в том месте, где он живет. И цдака 12 месяцев. А как здесь? Здесь написано давать. А та мечта, которая сказала, не сказала 30 дней и полгода для чего? Просто сказала 30 дней и полгода. Там, может быть, нужно было брать. Говорит Мара, нет. От гулитен маули фасин лиздакот юд бет ходеш битсхар суфрин умшанин. То, что написано 12 месяцев. Человек, который прожил в этом городе уже 12 месяцев, только после этого он должен будет давать деньги на зарплату учителям Торы. На рабаним, на тех, которые объясняют мишну и так далее. Тогда 12 месяцев. То есть для еды месяц, для одежды полгода, а для учителей Торы уже должен давать через год. Зачем продолжим на следующем листе? Через год? Когда он приходит, находится в этом сразу. Городе, да. Баруха донай ру олам. Амин. Амин. Азак барух.